Подмести пол, провести влажную уборку, протереть специальным раствором перила, ручки и почтовые ящики. По словам представителей управляющей компании РЭУ-3, в ведении организации 98 домов, и в каждом из них чистоту в соответствии с новыми нормами наводят дважды в неделю. Ну, конечно, сложновато. Все зависит от жильцов наших. Если жильцы спокойны, адекватны, уборщицы убирают. Ну, бывает всякое. Например, могут сказать, что вот это вот не надо делать, хлоркой пахнет. Бывают жалобы, что некачественно убирают. Но получается, уборщица убрала, кто-то прошел, бросил, окурок. И жильцы наблюдают, убрала или не убрала. Работу управляющих компаний проконтролировал мэр Магадана Юрий Гришан. Сейчас мы находимся на территории РЭУ-3, ведется санитарная обработка, и с чистотой два раза в неделю это все будет делаться. Но при этом не надо забывать все равно соблюдение всех мер индивидуальной гигиены, безопасности, которые прописаны. Маска и перчатки, и обработка специальным раствором рук. Поэтому, как вы понимаете, периодичность такая, но она не обеспечит безопасность в течение вот этого промежутка времени, когда будет проводиться обработка управляющей компанией. Как отметили представители обслуживающей организации, все дезинфицирующие средства компания покупает за свой счет, но на тарифе это не отразится. Олеся Хитогурова, Михаил Стройкин, специально для Карибу.